За прошедший учебный год в литературно-поэтическом конкурсе приняли участие 38 школьников с 5 по 11 классы. По условиям творческого соревнования конкурсанты должны были представить стихи, сказки или рассказы только собственного сочинения. Жанр участники выбирали сами. Главное, чтобы произведение было неординарным и интересным. И действительно, детское творчество поражало воображение судей и зрителей. Этот праздник, конечно же, имеет большое значение. Именно вот выявление и поддержки одаренных и талантливых детей. Очень важно выявить ребенка и дать ему стимул для того, чтобы он дальше начал развиваться. А творческие дети – это нестандартно мыслящие дети, которые потом способны изменять нашу жизнь к лучшему. Победителями в различных номинациях стали 27 школьников. Они получили дипломы лауреатов, остальные получили грамоты участников.